А так зачем я в звено тогда иду, если один буду летать? На Мустанге неплохо, мне понравилось. По звеневому раскидали. Восьмой направо. А если они тоже направо? Не, их там никого не будет. Проверено неоднократно. И Фридрихи к нам забалансила, нифига. Это хорошо. Да, но на ней уже, блин, в лобовую не пойдешь. Опять же скажу, грамотно, если стрелять, можно. Ну, если бить где-то с километра и сразу же в сторону. Начинаешь с километра бить пулеметами. Потом где-то после 600 метров начинаешь пушки включать. У меня не раздельная. Это плохо. Луплю всем, чем не попадя. Потому что когда пулеметами начинаешь ему набрасывать, он уже начинает уворачиваться, думая, что ты всем вооружением давишь. Его можно на этом поймать. Ну, так-то я вот сегодня гайд смотрел, вообще посторонний, конечно, но учли и этот вопрос. Вот, короче говоря, совет был все-таки на мышку разделить крупнокалиберный и пулемет и пристреливаться трассерами, а значит на крупном калибре скрытыми стрелять. Просто еще видишь, такая проблема. Разная баллистика у снаряда. Если тот же 7,92, он может дальше лететь по ровной траектории, а двадцатки, они падают. Тут уже дело в вертикальном сведении. Но здесь-то оно Стоит она уже, или не стоит. а здесь-то оно уже устанавливается у всех вертикальное сведение. Вот в свое время, ладно, спрошу тогда до этого вопрос задам. Значит, Артур, у тебя обзор как организован? У меня нету этого ретрекера, у меня просто мышкой Ну как? обычный обзор. Ну, У нажимаю тебя на C. правой кнопке, да? Нет, нажимаю кнопку C и мышкой верчусь. Ну вот, а у нас на правой кнопке. И это как бы, ну, значит, с давних пор повелось как-то. Я тоже C пользуюсь. Я. Ты это еще Багор вам говорил, поставьте на мышку, это удобней. У меня правая кнопка чуть-чуть подтупливает. Иногда не дожимает. Поэтому я больше уверен в кнопке на клавиатуре. У меня правая на приближение. У меня приближение на Z. Так, налево давайте развернемся. Курс на вот этого спидфайра, который справа. Да, Там смотри, там точка. еще одна точка какая-то. Там, Вот возможно, куча их. климбим, климбим. Два велика. Может, великов по драконе? Да весь БК оставим, а спиты возьмут и забомзомят. Там внизу два Веллингтона друг с другом идут.
Ну вот мы про них и говорим. А я думал про бафайтеры. Не, вот они велик и называют. Бафайтеры велик. Прямо с нами. Леха, на кого идешь? Да я не знаю пока. Ни на кого, я пока разгоняюсь. Попробую этого. Лайт пузо. Он от меня что-то далеко. Не, все вниз ушел. Меня вот справа беспокоит, который бота нашего снял. Так, парни, что-то я от вас оторвался. Так, иду к тебе, Лёх. Так, я на филд крыло. Не, не, я к вам иду. На... По пути великов, может, по дамажу. Бедный спидак. Так, у нас там сзади ничего нет, Игорь. 38-й. Правее сзади. Блин, я его не вижу, зараза. И ко мне, флайт за ним. Ага, вижу, все. Увидел. Повернул. Я зацепил его. Крита не было. Но на него тут народу немерено. Ну, кроме нас никого не вижу. Ну, а я пожадничал. Один что-то пошел на него. Блин, не успею догнать. Хотя... Он как раз подвешивается. А пожадничал, потому что Артур не попросил сопроводить. Блин, урод, зараза! По встречке. Зацепил? Ну этот, блин, синий. А Егор, понял, а Егор парашютиста сбивает. Но, ну, мы же за немцев играем. Да. Ну они и начали первые, собственно. Так, я стужусь пока. Ага. Офигеть, парни. Артур, ты что там зажигаешь? До двух великов этих забрал. На черном крыле. Я говорит, на филд пошел. Я реально на филд пошел и просто думал, сейчас их проатакую и вниз упаду. А у меня один сначала сбился. А я потом второго забрал. Ну отлично, че. Еще и 200 снарядов так, осталось. Че у нас сверху ничего не осталось, что ли? Да погоди пока, Леха. Давайте все-таки ориентироваться на победы. По большому счету. Потому что нам рейтинг надо тащить наверх. А, какой так, рейтинг? По реалке. По аркаде вы не летаете. По реалке-то тоже мы на 77-м месте. Да это рейтинг, смотреть, у них... Постоянно сбрасывается. Да, херня какая. Каждый месяц. Почему каждый месяц, не постоянно? Каждый месяц раздача идет слонов потом. Может спустимся, говорят? Что-то сверху, по-моему, никого уже нету. Ну ладно, падаем. PBG-ха снизу. Да, блин. Вот. Ну блин, вон, на них вижу. Падать. А, еще одна PBG-ха. Они вот в них... звене, кстати. Там у них точка есть. Пока они на бетоне. Сейчас вот так вот сделаем мне это. Чуть ниже облаков. 256 падает, Лёх. Они все, оба 256. Их двое. Извини. Да. На какого именно? Ага, увидел на какого. Да я в сторону ушел, блин. Пока осматривался. Скотина заберет, что ли?
Нехороший человек. Ты что там, пипиджихой подавился? Ну, блин. Блин, автоматом кнопку зажимаю. Уже выработался рефлекс. Я его кританул с ЧГ. Охренеть! Чё, подцепил что-нибудь? Нет? Да хрен там, блин. Так, а где эти двое? 255-й-то. А, все что ли? Господи, блин. Вообще все. Нифига у тебя очки. Цифра какая нехорошая. Я не суеверный. Два восемь, наверное, брал.